Здравствуйте, дорогие любители фото и видео Снежек. Сегодня у нас обзор очередного продукта от китайской компании KingJoy. В этот раз мы рассмотрим не монопод, а штатив. KingJoy F1008R. Привычная комплектация. Штатив без головы, чехол из плотного баллистического нейлона, ключи-шестигранники, инструкция, гарантийный талон. И сразу акцентирую внимание на одну приятную мелочь. Вам приходилось попадать в ситуацию, когда штатив с прикрученной головой не влезал в комплектный чехол? Я с таким сталкивался и не раз. Решение – покупка нового чехла, цена на который может составлять до 30% стоимости нового штатива. В этой модели чехол правильный. Раз мы раскрыли чехол, давайте посмотрим на штатив поближе. Главная фишка штативов серии FR – это центральная штанга с возможностью наклона до 180 градусов. Эта функция особенно востребована в предметной фотографии, в том числе в популярном жанре flat-lay, когда есть необходимость провести съемку раскладки строго сверху. В этой модели вы можете наклонить штангу под любым углом, вплоть до нижнего положения. В остальном, это типичный представитель профессиональных штативов средней грузоподъемности, не уступающий по своим характеристикам другим брендам. Быстро зажимные клипсы из ударопрочного пластика. 4 секции. Диаметр труб 25 мм. Материал штатива алюминий плюс ABS пластик. Максимальная рабочая высота 166 см. Минимальная высота 28,5 см. Длина в сложенном состоянии 60,5 сантиметров. Максимальная нагрузка штатива 15 килограмм. А вес самого штатива чуть более 2 килограмм. На концах ножек есть резиновые упоры, которые можно опустить, чтобы штатив не скользил и не царапал поверхность пола при съемке в помещении. Выводы. Очень удачная модель универсального штатива от китайского бренда, уже ставшего знаменитым. Фишка с наклонной центральной штангой весьма полезна. Как я уже говорил, качество исполнения ничуть не хуже, чем у именитых брендов высшего класса. Но цена при этом намного ниже. Для себя я отметил универсальность этой модели. Он не легкий и не тяжелый, ни большой, ни маленький. Одним словом, подойдет для большинства задач фотографа и видеографа. Тот факт, что штатив идет без головы, для меня является плюсом. Зачем платить за то, что уже есть? А тем, кто еще не обзавелся парком голов для штатива, предоставляется право выбора. Резюмирую. Годные фото и видео штатив. Покупки рекомендую. И спасибо магазину «Фотогора» за предоставленный образец. И это все. Да пребудет с вами Святосила. Пока-пока. Я вас дезинформировал. Это еще не все. Год назад на обзоре у меня был штатив с наклонной штангой от другой компании, производящей фотооборудование. Это штатив QZSD Q999H. И я счел необходимым сравнить эти две похожие модели. У KingJoy центральная штанга неразборная. Механизм выполнен из металла. Надпись на нем гласит, что он запатентован. У QZSD просто отверстие. Центральная колонна имеет направляющую, чтобы исключить проворачивание. Однозначно сказать, что лучше, я не могу. Это, пожалуй, дело вкуса. На мой взгляд, штатив от KingJoy показался мне более монолитным, чем его конкурент. Также у KingJoy есть возможность наклон центральной колонны под любым углом, что является несомненным плюсом. И многим такая опция пригодится в работе. И теперь точно все.